Мої найщиріші вітання. П'ятниця, 4 березня. І, як завжди, о цій порі на телеканалі «Київ» стартує прямий ефір програми «Громадська приймальня». Сьогодні традиційно консультуємо вас на три теми, потім о 3-й годині передаємо слово інформаційній редакції, і після цього о 15.15 знову зустрічаємося з вами у розрізі програми «Депутатська приймальня». Сьогодні до нас завітає депутат Київської міської ради Олег Костюшко, депутатська фракція «Солідарність». Він секретар постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Мажоритарний округ, за який відповідає пан Олег, це округ номер 103, а саме це частинка Жулян та Кадетського гаю, тому готуйте вже ваші запитання. Наразі ж коротко озвучую теми, які будемо сьогодні обговорювати до 3-ї години. У другому блоці поради лікаря поговоримо про отоларингологію, а саме отити, їх симптоми та методи лікування. Третя частина традиційно по п'ятницях – Київ спортивний. Сьогодні будемо говорити про волейбол, його різновиди та рівень популярності цього виду спорту у столиці. Розпочинаємо ж ми незмінно з традиційно з юридичної консультації. Сьогодні у нас важлива і актуальна тема. Ми будемо говорити про банки, проблемні кредити та депозити. Готуйте свої запитання, ми розпочинаємо. Лютий 2016 року додав до банківської сфери нових сюрпризів. За цей час черговий раз оновився список банків, до яких введена тимчасова адміністрація, які знаходяться у стані ліквідації. За українським законодавством, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує відшкодування коштів вкладнику. Але як це відбувається на практиці, а також що при цьому слід знати вкладникам і кредиторам, сьогодні ми розпитуємо гостя нашої студії, виконавчого директора комерційного банку, пана Євгена Лосовського. Пане Євгене, щиро рада вас вітати в нашій студії. Отже, нагадую, що телефон прямого ефіру 223-09-71. Будь ласка, шановні глядачі, проблемні кредити, депозити, все, що ви, всі питання, які у вас можуть бути, ми вже чекаємо на ваші дзвінки. Отже, пане Євгене, справді дуже рада вітати вас Спасибо, в нашій студії. Мені завжди приємно бути тут. Спасибо. Розпочати я хочу з такої найбільш актуальної інформації, а саме новини про те, що Нацбанк продовжить валютні обмеження. Можете розказати, на який термін і що це взагалі означає? На самом деле, какого-либо, если, как мы всегда начинаем говорить с людьми, которые сегодня нас смотрят, и они хотят, конечно, понимать, так вообще какого-либо рода ограничения, как Национального банка за все годы существования в целом государства Украины и Национального банка, это всегда говорит о каких-либо проблемах. О проблемах связано с финансово-кредитной деятельностью и, соответственно, как регулятора Национального банка исправить ту или другую ситуацию. На самом деле ситуация в стране, если по-простому, без высокой, как говорится, финансовой и юридической науки, это в одном. Это сбалансировать спрос и предложение на валюту. И самое здесь неприятное даже не в ограничениях. Самое неприятное, что все граждане Украины, в том числе и наши с вами семьи, сегодня не могут спрогнозировать, какой курс доллара может быть вообще априори. Потому что если мы сегодня с вами смотрят, например, директора и руководители компаний, которые занимаются импортом, и, соответственно, необходимо покупать, я сейчас говорю не только о физических лицах, которые покупать хотят там валюту различную для своих там личных нужд, но самое серьезное то, что формирует как имидж государства и его возможность рассчитываться предприятия, которые, соответственно, принадлежат к нашей стране, это невозможность часто просто банально приобрести валюту в необходимой сумме, потому что по какой-либо причине контракт как будто не так. А по-простому это называется так. Количество валюты ограничено, крайне ограничено. Более того, поэтому требования будут постоянно возрастать. Если мы знаем с вами, например, рынок заполнен чем-либо, точно так же, как и валютой, и возможность ее купить абсолютно с точки зрения математики, ее наличие не представляет проблем, так и требований к этому гораздо меньше. Поэтому, если рассуждать с точки зрения финансовой науки, ужесточение требований, это значит, или продолжение, не требований, а ограничений, это говорит о том, что точно так же и проблемы существуют как с наличной, так и безналичной валютными средствами в целом, как в державе. Поэтому насколько будут продлены ограничения, на самом деле очень проблемно представить. А если по-простому не мудрствовать лукаво и не нагружать уважаемых телезрителей всякой ерундой, скажу так, наше экспортно-импортное сальдо в данном случае, мы гораздо больше на сегодняшний момент импортируем, насколько я смотрел по статистике открытой, чем, например, экспортируем. Поэтому и, соответственно, мы платим за импорт, то есть валютные средства выходят за пределы государств, ну, соответственно, на банки других государств. Поэтому предположить, какой будет курс и в каком временном периоде, экстраполировать очень сложно.
То есть було б невірним і нечесним, якщо б я сьогодні прогнозував какой-то курс. Так, ну дивіться, це зрозуміло, але все-таки Нацбанк, у нас офіційна така позиція, у нас пані Валерія Гонтарєва сказала, що ще на 3 місяці от кількість грошей, які можуть видати так в касу, з каси одної людини в день, вона на 3 місяці. Так, так, так. Зрозуміло, ви щойно розказали про те, що це власне означає, чому так, да. Але от про практичні речі ми трішки пізніше поговоримо. У нас є дзвінок, добрий день, ми вас слухаємо. Алло? Да. Добрий день. Добрий день. Ви, на жаль, не представили гость з якого банку, але у мене питання по валютному кредиту в Авальбанку. Можливо, вас гість допоможе мені правильно вийти з ситуації. У 2007 році, коли курс був 4,9, я взяла валютний кредит на 10 років. Весь час правильно відвиплачувала. Під заставою у мене майно нежитлове приміщення. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, і тим більше важливості уточнив, що ніхто не спрогнозує, який курс може бути долара кожен день. Я, бравши курс 4,9, сьогодні змушена платити по 27. І ви розумієте, що людина, яка має дохід і розраховує, і я мала дохід, і до сьогоднішнього дня маю, але він в мене в 6 разів не збільшився. Авальбанк на цьому вибачте, дні. Так, ми вас зрозуміли, то у вас яке запитання? Не можна достукатись. Вони не звертають увагу. Телефони всі відімкнені. Не йде ні на які зі мною пропозиції. Вони просто, знаєте, як рейтери, наклали, будемо казати, грубо лапу на моє приміщення, яке в составі, і сказали, що ми хочемо його продати. Чи ви погасите, чи не погасите. Так, вам зрозуміло, вам конечно, зрозуміло. Понятно, це, моя дякуємо, нам зрозуміло суть проблеми. Ну, зараз на перший вопрос відповідаю в даному випадку. Мене не представив ведучий по одній причині, не того, що забила якого банку, а в зв'язку з тим, щоб це не було в даному випадку, як нас реклама, мене не представляє, до якому банку я відношусь. Тому тепер вопрос по суті. На самом деле все виды кредитования, как в национальной валюте, так и в любой иностранной валюте, они абсолютно выбираются самим клиентом при возможности, соответственно, кредитовать тем или другим коммерческим банком. Я буду сейчас достаточно жестко, но честно, так как я всегда говорю, в депутаты не собираюсь, поэтому аншлаги мне точно необходимы. Поэтому человек, который берет, выбирает в какой-либо валюте получить сумму кредита, он несет и ответственность, соответственно, за изменения валютные колебания. И валютные колебания были всегда. Вопрос в том, что такого широкого диапазона валютных колебаний не было. Они были в гораздо меньшем, скажем, интервале. Но, тем не менее, валюта никогда не стояла вот, стабильно, точно, там было 5,05, 5,07. Вопрос в том, это точно так же, как и договор про инвестирование там, в жилые объекты. Вы несете ответственность, уважаемые сограждане. Если вы берете кредит в валюте, вы, соответственно, платите меньше процентов. Если быть абсолютно справедливым, начиная с 2005, 2006, 2004 года до 2008 года процент кредитования в валюте был существенно ниже, например, чем в гривне. Поэтому многие сограждане нашей страны понимали, что им гораздо выгоднее брать в валюте, потому что и платить процент меньше. Поэтому сегодня это и 5-й, 6-й, 7-й. Поэтому сегодня за нашими кулисами, те, кто смотрит нашего экрана, те, кто взяли в национальной валюте, давайте будем справедливыми. Эти люди сейчас задают себе вопрос, кто нас смотрит. Почему тех, у кого в валюте, поднимают данный вопрос, что они не могут платить по такому курсу, а мы, взявши в национальной валюте, например, по 22% годовых, а не под 10 или под 7, в 3 раза меньше или в 2, по нам вопрос не стоит. На самом деле, здесь вопрос настолько должен быть четко сбалансирован, к сожалению, чего я не наблюдаю сейчас часто от регулятора и от топ-менеджеров иногда нашего державы. И отношения, размывается отношения валютные заемщики, национальные валюте заемщики, мы их не касаемся. Да? То, что они платили и честно исполняли свой долг перед банком, это мы уже не берем, да, во внимание. Поэтому для того, чтобы было принято справедливое решение по заемщикам, которые брали кредиты в валюте, точно так же должен быть сбалансирован ответ по заемщикам, которые брали в национальной валюте и тоже имеют проблемные кредиты по их невозврату. Потому что если решать вопрос один, более того, я никогда не имел отношения к политикам прямого, да, но могу сказать, что поэтому и ряд мораториев, которые предлагали по валютным взаимоотношениям с банками, на сегодняшний момент не работают по одной причине. Потому что в обществе в противовес, как я сказал, есть другая группа людей, которая имеет задолженность по кредитам в национальной валюте. А теперь по взаимоотношениям и передаче банкам, коллекторским компаниям, как вы сказали, будут проданы долги, соответственно, клиентов, которые не возвращают сумму долга. На самом деле, на сегодняшний момент ряд судебных инстанций, вплоть до Верховный суд Украины и ряд кассационных инстанций,
пересмотрел позиции по ряду коллекторских компаний и возможности вообще реализовать продажу, то есть факторинговым компаниям. Поэтому истина всегда в одном. На самом деле запомните, не секрет, да, по всем банковским учреждениям, вы должны четко мониторить ситуацию, в каком статусе находится ваш кредит. То есть если вы в данном случае являетесь проблемным заемщиком, и у вас в залоге недвижимость или квартира, никогда не удивляйтесь, если вы не приходите на... в суд, соответственно, по стягиванию заборгованности из вас, или не принимаете по почтово какого-либо уведомления, никогда не удивляйтесь, если исполнительная служба придет уже, дабы изымать то или другое имущество. Более того, с банками, с любыми коллекторскими компаниями, как таковых, и сейчас по ряду причин законодательных их уменьшится, не так будет легко работать, и не так будет легко продавать долги банка там, физических лиц. Поэтому я думаю, что в ближайшее время эта практика уйдет. А теперь о другом. На самом деле, любой банк, гораздо ему легче договориться с вами и подписать документы, как мировое соглашение, соответственно, во время рассмотрения в суде, так и в досудебном порядке. Единственный момент, вы должны четко предоставить документы, показывающие, отнюдь не на слова, что вы можете сегодня платить там не 5, но 2000 гривен, да, с учетом того, что вы еще будете тратить на семью. Поэтому я сейчас на самом деле стараюсь очень по-житейски, по-простому, да, не засыпать вопросами документальных форм. Если вы будете, а закончу простой фразой, много лет проруководив в банке, и я могу сказать вам, что еще ни одного клиента на моей практике, а я с 95-го года работаю в банках, который приходил к нам в банк, ну, в разных банках работал, и работал с нами, и гасил даже небольшую сумму кредита, то есть постоянно был, образно говоря, на виду, он не пропадал. Вы знаете, по сути, практически у таких клиентов никогда проблем не возникало. Мы ждали долго, но мы понимали, что человек выполняет свои обязательства, он никуда не пропадет. Пусть он гасит, образно говоря, там, по 200 долларов, там, у него там, 10 тысяч долларов, но это стабильно. Поэтому, на самом деле, руководители банков те же люди. И самое страшное для банкира и для кредитного комитета банка, когда доповедатель, ну, то есть кто докладывает о вашем кредите, говорит, что на протяжении года данный клиент не выходит на связь, не отвечает на телефонные звонки, поэтому возможности урегулировать в досудебном порядке отсутствуют. Поэтому совет один, уважаемые сограждане, сегодня всем, я как никто, понимаю, что очень сложно с денежными средствами. Более того, на сегодняшний момент многие сограждане не представляют, что взяв определенную сумму кредита под залог чего-либо, они еще думают, что самый важный еще какой момент, мы, чтобы мы не забыли с вами уточнить. Так, давайте, это у нас там сейчас минуточку. Коротко, если вы взяли под залог чего-либо, это совершенно не значит, что в данном случае этот залог может закрыть все ваши... финансовые обязательства. Mm-hmm. То есть может еще возникнуть ситуация, что у вас будет изъят залог. Кроме того, у вас еще будет сумма задолженности, которая позволит наложить арест на все ваше наличное имущество и работать по вас с исполнительным производством на протяжении и последующих и 3, 5, 6 лет. Mm-hmm. Поэтому вовремя нужно сказать себе, я не могу вернуть кредит в данном случае, пока он покрывается даже возможностью ипотеки, то есть недвижимости или каким-либо другим предметом. Иначе потом будет поздно. Тобто треба ці документи нам дати обов'язково? Конечно, необходимо с этим работать каждый день. Дуже дякуємо, шановні глядачі. Я хочу попросити, ви, будь ласка, коли телефонуєте нам, ви просто описуєте проблему. Ви не вказуєте, який банк, ви просто кажіть там, тимчасова адміністрація чи ліквідація, чи описуєте проблему, ми вже будемо давати консультації, правильно? Тому що, ну, насправді тут не залежить від того, яка назва банку. Важливо то, яке, яка у нього проблема. У нас є дзвінок, добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Я Валентина, Київ. Я хочу запитати вашого гостю. Він говорив, що громадянин сам має право брати, і люди брати кредит. Так, має право. Але чи він має можливість його здійснити? Справа в тому, що в 2008 році ми зіткнулися з такою проблемою. Брали банку фінанси кредити, у банку фінанси кредит іпотечний в гривні. Ми мали сьогодні, допустимо, отримати вже від кредитного комітету відповідь, дають нам кредит чи ні. За день наперед, у травні місяці 2008 році, Нацбанк видав постанову не видавати комерційним банкам кредити в національній валюті, а тільки в іноземній. А ви говорите, що люди самі, людей держава затягнула валютний хомут. Ми так, дякуємо. А у вас питання яке? Суть питання вашого? Так, все, дякуємо. Ну, на вопрос достаточных финансов и кредитов, ну, понятно, что там на сегодняшний момент есть сложности, связанные с временной администрацией. Ну, давайте про тимчасову адміністрацію тоді загально поговоримо. Так, от, якщо у банку вводиться тимчасова адміністрація, по-перше, якщо людина знає, що у неї у валюті, у іноземній валюті, наприклад, так, був там депозит, був вклад, так,
Якщо вони дізнаються, що у банку тимчасова адміністрація введена, які перші дії, що вони мають одразу робити? На самом деле, тут можна теж сказати, я от, понятно, що горе і неприємна асоціація з предыдущим, хто задавав нам этот вопрос. Когда вводится временная администрация, это совершенно не значит еще, это только наша такая уникальная украинская практика, что если весь наш народ понимает, что если ввели временную администрацию, по-простому гаплык, все, банку кранты. Угу. На самом деле, вообще сама суть введения временной администрации с точки зрения вообще работы финансового учреждения, это оптимизация. То есть, по сути, если мы с вами сейчас посчитали процентном отношении, после введения временной администрации, угу, там практически ни один банк не продолжит там нормальное существование. Поэтому говорить о том, что введение временной администрации, это однозначно, соответственно, экстраполирование этой ситуации, что это ликвидация, угу, это тоже неправильно. То есть, по сути, временный администратор должен в ручном управлении убедиться, оптимизировать расходную и доходную часть банка, угу, соответственно, определить его активную и пассивную часть баланса, сбалансировать, угу, и в данном случае принять решение, очень там часто неприятное, но для спасения банка его оптимизация работы. Угу. Это правильно, как должно быть. Да? Но если мы возьмем нашу статистику, то получается, что у нас... Тимчасова администрация – это майже ликвидация. Да, и угу, мы получаем, что у нас идет такая серьезная статистика по закрытию банковских учреждений, что если взять протокольную часть отношения государства Украины с международными кредитными организациями, угу, МВФ, Евробанки, получается, что есть протокольная часть, мы должны выполнять требования, потому что мы имплементировали часть соглашения с Европейским Союзом, угу, по ассоциации. У нас есть как протокольные, но мы должны всегда с вами помнить, уважаемые мои сограждане, что есть еще и внепротокольные договоренности. Угу. Поэтому, да, европейские и комиссары, и департаментом финансового мониторинга, угу, и Евробанки, и международные кредитные организации говорят, что у нас часто непрозрачная структура банков. Угу. Национальный банк сейчас наш, кстати, весьма активно занимается расследованием и, соответственно, принуждением банков к открытию конечного бенефициара, то есть в данном случае собственников банка, чтобы была прозрачная структура. Но что я хочу сказать. На сегодняшний момент, исходя из статистики возникновения проблем у банков, не будем говорить по названиям, это неправильно, говорит о следующем, что позитивной динамики по, например, восстановлению платежеспособности банка, исходя из открытых источников, uh-huh, я точно так же вижу, как и вы, не только являясь специалистом, нет. Uh-huh. То есть мы немного видели, правда, тех, кто восстановил платежеспособность и сказал своим клиентам, ребята, я могу вам вернуть денежные средства. Ну, мы не сдадите жодного. А теперь о последующем. Было бы нечестно, если бы я сегодня нашу программу с вами закончил формальными, как у нас часто, да, все будет доброе, uh-huh, кладите гроши и ничего, за что не турбуйтесь. Скажу так. На сегодняшний момент, если сравнить за последних 2, 3, 5 последних лет, ваш мониторинг за денежными средствами должен быть не только ужесточен, mm-hmm, но и работать, если денежные средства достаточно серьезные, а только каждый человек в жизни может определить, для кого что серьезно, да, и каким горбом и потом он это заработал. Вы должны четко мониторить финансовое состояние банка. Mm-hmm. Однозначно, если вы не можете это делать, доверьтесь кому-либо, кто может вам точно определить. Ну и запомните самое простое. Мы можем, знаете, долго говорить о ядерной физике, а результат всегда один. Если на первое же ваше требование, в данном случае банк на ваше законное требование получить денежные средства как с расчетного счета, uh-huh, там, физического лица, как с депозитного счета, как краткосрочного, так и долгосрочного. Ну, я не говорю сейчас об условиях договора депозитного. Как только вы понимаете, что вас затягивают в процесс, сегодня не можем, можем там послезавтра. Это говорит о том, что в принципе ликвидность банка, некоторые финансовые показатели в данном случае уже не соответствуют необходимым требованиям. Uh-huh. Поэтому самое важное – Мониторить и при первых же показателях всегда свои денежные средства. Самое страшное другое. Граждане так часто боятся потерять на расчисленные проценты, что иногда в связи с этим краще слить за брата одразу. Теряют большие суммы. Угу. Это уже так по-житейски. Поэтому, пожалуйста, вы должны четко каждых 3-4 дня мониторить ситуацию по банку. Что там с вашим и в прессе. Банком. И более того, вы должны ходить в банк, вы должны ходить к своему менеджеру, угу, кредитному менеджеру, менеджеру, с которым вы депозит размещали. Угу. Дуже дякуємо. Шановні глядачі, у мене ще раз до вас велике прохання. Будь ласка, якщо ви нам телефонуєте, не називайте, будь ласка, назву банків. Ви просто описуйте свою проблему. Тому що проблеми у всіх банків однакові. Якщо це тимчасова адміністрація, ліквідація. Просто розкажіть, будь ласка, свою проблему і ми будемо намагатися вам допомогти. У нас віддзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Да. Будь ласка, відійдіть від телевізора, слухайте нас. У мене... Відійшла? Да.
У мене таке запитання. У мене в сина був кредит. От, і син в мене помер. Тепер там тіло кредита є і велика пеня. Я пішла до банку, мені сказали, що відповідь дадуть в триденний срок. А було що в залозі було під цей кредит? Скажіть, будь ласка. Там я нічого не знаю, я не бачила цей договор, я нічого не знаю, мені ще нічого не відповіли, але в мене запитання. Може не по темі, але пробачте, я знаю, що ви дуже кваліфікована людина. Дякую. Я хочу запитати, якщо банк мені скаже, платить там всі гроші, і ті, що пеня була за неуплату, бо 5 місяців тому назад він помер, а я не знала за той кредит, мені прийшло письмо із банка. І я зразу пішла в банк, ну мені ще не відповіли нічого, але хочу вас запитати. Мене заставлять платити ціло кредиту чи всі тупеню? Я зараз вам все відповім. Спасибо вам. Дуже вам дякуємо. Чекаємо далі дзвінків, будь ласка. Всегда страшно, конечно. Страшнее обстоятельств нет, как смерти детей. Поэтому мы немножко ситуацию разложим иначе. Я думаю, что она многих касается в этой стране. Так. На самом деле запомните следующее. Как вы, кто задал нам этот вопрос, и спасибо за хорошие слова в отношении программы, потому что только благодаря я здесь с вами. Если кто-либо из родных умер, и в данном случае он получил сумму кредита, это совершенно не означает, что вы обязаны, если вы не являетесь финансовым поручителем по данному кредиту, что вы обязаны платить этот кредит. И я еще вас, вот смотрю сейчас на вас, я вас очень прошу, вас никто и никогда не может заставить выполнять требования, которые вы не подписывали и не получали. То есть, если ваш сын, покойный, пухом ему земля, получал данную сумму кредита, вы не являлись финансовым поручителем, вы просто об этом знали, как мама, и вы живете вместе. Вы не обязаны и не должны платить сумму кредита. Данный кредит будет списан финансовым учреждением согласно правил и требования закона про оподаткование. То есть это является основателем. Смерть позычальника это является железным, ну, правовым и правильным, абсолютно без какого-либо греха со стороны налогообложения, списанием. Далее. Обязательно поднимите папку дома. Мне просто, честно говоря, аж грустно. Знаете, когда наши мамы, бабушки, граждане, да, иногда заставляют их делать то, что они не должны делать. Поднимите документы, еще раз подтверждая, что если вы не являлись финансовым поручителем, нет договора поруки по данному кредиту. Предоставьте в финансовое учреждение документы, подтверждающие смерть заемщика, то есть вашего сына, свидетельство о смерти и более того. Убедитесь, что ваше имущество не было какое-либо, как недвижимая машина, было взято в залог данным банком, как ипотека. Если этого факта нет, а если в данном случае у вас есть какие-либо сомнения, вам должен банк, ну тут знаете, на самом деле мама не является полномочным лицом, то есть только по смерти сына, как заемщика. Но если у банка какие-либо будут законные требования по ипотеке, он в данном случае должен уведомить, как спадкоемцев, кто будет утримуючим спадщины, получателем наследства, скажем так. Тогда и будет четко понятно, в каком статусе находятся их взаимоотношения. Но на сегодняшний момент, еще раз резюмирую, вы ничего и никому не должны. Только до того момента, пока вам не предоставят обратные документы. То есть, если вы сами лично что-либо подписывали. До этого момента запомните, все сограждане нашей страны, обязательства умерших, проживающих с вами родственников, это не редкий вопрос, также каких-либо друзей, абсолютно, как часто звонят коллекторские компании, назовем их так, хотя настоящих достаточно немного профессиональных компаний, которые занимаются факторинговыми операциями, и говорят, вы должны нам заплатить. Никто, буквально у меня вчера была такая же ситуация, человек находится в следственном изоляторе, получал кредит и звонят к маме его жены, где он абсолютно не проживает, ни в ипотеке имущества, и угрожает, что мы выломаем двери. Уважаемые еще раз сограждане, абсолютно незаконно. Абсолютно не реагируйте. Главное условие у них – это получение такого психологического давления. И если что-либо происходит, получайте копии документов. Если вам документы не предоставляют, один путь в правоохранительные органы. Не говорю, что это панацея, но в любом случае зафиксировать свое заявление вы обязаны. То есть по вас факт был угрозы, каких-либо требований незаконных, обязательно его заявите. Я вам желаю удачи. І пусть всім Бог допомагає, і всі будуть живі, рідні. Дякуємо, дякуємо. Дуже-дуже сподіваюся, що ви зараз нас слухаєте, всі глядачі, у яких є проблеми, депозити, кредити, будь ласка, слухайте, тому що справді кваліфіковані, у нас тут суперкваліфікований спеціаліст, і дуже чітко розповідає, що треба робити. У нас є дзвінок, добрий день, ми вас слухаємо.
Доброго дня. Доброго здоровечка вам з наступаючим святом. Пане Євгенію, в мене до вас таке питання і прохання, щоб ви мені об'яснили. У 92-му році, це коли тільки купони війшли, да, я положила у карбованцях один к одному в січні місяці до 31 січня 10 тисяч карбованців, карбованців, рублів. Как таково було сказано, що Ощадбанк гарантує ці повернення цих вкладів. Тепер в даний час я не знаю, що мені робити. Все-таки 10 тисяч, це, вибачте мені, тоді по тих временах і по цьому часу це великі кошти. Якщо чи є у мене можливість повернення їх, як чи можна через суд їх повернути, якщо Ощадбанк відмовиться, і чи тільки кошти, чи з процентами? Так, дякуємо. Спасибо. Дякуємо вам дуже. Ви знаєте, на самом деле, хто смотрит сейчас нашу програму, подумает, боже, ми так далеко було, на да, є да, таке правило, що заработані деньги кров'ю і потом не мають срока розміщення, вони завжди необхідні. Я вам скажу следующее. Насколько я понял, у вас на самом деле точных данных нет. Обратитесь для начала, чтобы вы потом можете всегда нам еще позвонить с письменным заявлением, чтобы вам Государственный сберегательный банк Украины, Ощадный банк, дал ответ о статусе вашего вклада, где он находится, какие документы подтверждающие вам предоставить. И в данном случае официальная позиция юридического департамента Сберегательного банка Украины для того, чтобы я был на самом деле не просто потриндеть, как часто у нас, к сожалению, по многим обстоятельствам финансам принято. Я обязательно, если вы получите ответ на ваши вопросы, вы более того можете прислать, я так думаю, на сайт, соответственно, так, звичайно. Копии данных сканерных документов. Я честно обещаю вам, что если вы их пришлете ответы, я достаточно дам четкий ответ о перспективах вашего рассмотрения и Тобто треба звернутися зараз до. Ну да, я хочу бути об'єктивним, не хочу колег підводити, тому що ситуації з деньгами, вони завжди часто или более часто косвенно подтверждается или не подтверждается по отношению к клиенту. Все-таки есть еще закон. Я хочу говорить по факту. Так что, пожалуйста, получите ответ по факту вашего обращения. Так, и мы обязательно выпадку рассмотрим. Так, зателефонуйте. Обещаю. Мне звонят иногда граждане. Даже на личный телефон я, честно говоря, всем отвечаю. Все прекрасно. Дякуємо вам за це окремо. У нас є дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Здравствуйте. У нас виникла така проблема. У нас був взятий автомобіль в кредит. Половину суми цього кредиту було сплачено. Так як ми не виплатили деякі відсотки, банк цей автомобіль забрав. І тепер все забрав у 2009 році. Тепер приходять листи, що мають накласти, вони хочуть з нас 14 тисяч гривень і кажуть, що буде накладений арешт на наше все майно. Наскільки це можливо? Спасибо за вопрос. Дуже дякуємо. А теперь, знаете, я вот каждый день, заходя в банк, ну, понимаю, что те же ситуации у нас похожи. Ну, перво-наперво, опять-таки, золотая грамота отношений с банком. Ошибка здесь в чем? По факту. Когда банк забирает в принудительном порядке какое-либо автотранспортное средство, это говорит о том, что долг не платился согласно договора кредитного там определенное время, там 3-4 месяца, и банк рассматривает, что перспективы погашения дальше там нулевые. Угу. Вчиняя выконавчий чинапис на договоре заставы автомобильного транспорта, и, соответственно, державный выконавец забирает данное автотранспортное средство. Закон один. Если вы чувствуете, что долг, как мы говорили перед этим, однозначно переваливает за возможную сумму обеспечения, то есть бывает, машина стоит 10 тысяч, не оплатили, соответственно, пени и штрафы, и уже переваливает там 14 тысяч. Очень правильно, правильно, ситуация страшна еще чем? Как забрали предмет залога, но еще сумма задолженности возрастает в 2-3 раза в связи с его непогашением в целом. Да? То есть так. Предмет реализовали, более того, самое страшное другое. Дорогие мои, когда у вас забрали предмет залога, соответственно, он был реализован или не был реализован, или мог быть принят на баланс банка в порядке погашения по тому или другому обязательству. У вас должно было четко, или вы должны были обжаловать в данном случае действия банка в судебном порядке. И еще раз хочу, вы знаете, говорю несколько эмоционально, но самое страшное, что когда приходят сотрудники финансового учреждения, говорят, давайте сделайте так, так, мы вам сделаем там через 3 месяца на дому документы. Никогда, сам как исполнительный директор банка говорю, на слово и всем сотрудникам, никогда не верьте. Если есть какие-то отношения, они должны быть подтверждены документально. Итого, по вашему автомобилю конкретный ответ.
необходимо обжаловать действия банка, если у вас есть какие-либо документы по факту, которые вы получали от банка. Далее, если был продан автомобиль, соответственно, кем он был продан, на какой торговой площадке, с какого аукциона, с первого, второго, с третьего, кто определял цену, какая экспертная группа. Если это было исполнительное производство, пойдите до державного выконавца, напишите заяву, ознакомьтесь с вашим личным делом по принудительному взысканию имущества. Более того, вы там увидите все документы по исполнительному листу, который будет говорить, что сумма долга по вам уже на сегодняшний момент такая-то. Угу. Более того, очень страшная вещь, у вас еще там будет, ну, у многих граждан, не только сумма долга банка, но еще за виконавче провадження, соответственно, тоже там будет определенный процент в связи с недобровольным выполнением. Поэтому четко распределите это. Более того, у вас должна быть обязательно копия вашего, скажем, вашей справы по принудительному взысканию. Вы должны четко понимать, кто у вас державный виконавец, какие следующие действия. И еще, я просто стараюсь говорить быстрее, чтобы больше успеть. Так, вы должны всегда помнить, что на все ваше имущество, потому что наши дорогие граждане, которые на самом деле свято верят в благородство, не ожидает, что если вы, например, честно отдали машину, вы не можете себе предполагать, что сумма долга через год позволит арестовать все, прошу заметить, все належне вам, вам майно, тобто квартиру, земельні ділянки і інше, поки не буде стягнуто борг до копійки. Более того, щоб ви понимали, даже момент рассмотрения в суде совсем не означает, что начисление процентов приостановлено. Це є підстави, які можуть бути зупинені. Це виконавчий напис, ну, к сожалению, там, смерть позитивна, начальника. Но это совершенно не означает, чтобы меня сегодня все четко услышали. Как только передали в суд, и суд идет долго, да, там переносится по ряду причин, что проценты перестали начисляться. Нет. Поки не погашено борговое зобов'язання, відсотки нараховуються. Более того, если вы хотите приостановить начисление процентов, дайте аргументированное заявление с подтверждением того, что в такой-то, такой-то промежуток времени вы сможете погасить, а столько-то не можете. Кредитный комитет банка, любое финансовое учреждение рассмотрит ваше заявление. Вы его подтвердите документально. И таким образом может приостановить начисление. Ну, там еще ряд есть процессуальных действий, которые должен быть по предмету залога или ипотеки совершен. То есть, правильно разумею, так само документ про платежеспроможность. Да, и более того, запомните, когда вы, автомобиль был оценен в одну сумму, у вас его забирают, и вы думаете, еще раз резюме, что долговые отношения закончены в борге, они отнюдь не закончены. И самое страшное, правда, но если вас, называется так, если вас не интересует вопрос, ну в целом, взагалі, не о нашем человеке, кто задал вопрос, за сколько продан ваш автомобиль, какая его дальнейшая судьба, еще раз повторюсь, принят на баланс, продан державным виконавцем. Поверьте, если вы этим не интересуетесь, никто больше за вас переживать не будет. Его продадут за столько, за сколько пришло три человека. Первый раз не продали, скинули цену 10-15%, продали там на третий раз. Это будет еще меньше. Поэтому все зависит от экспертной оценки. И еще запомните следующее. Дело в том, что когда имущество в данном случае принадлежит вам, оно в залоге, но у вас, вы еще можете что-то регулировать. Если в данном случае происходит характер принудительного взыскания державным выконавцем, это юридическая наука, она как в Америке и Европе одинакова. Вам регулировать ваши отношения будет существенно меньше возможностей, потому что уже за осмотр автомобиля, за его доглядом будут другие лица, понимаете? Обовязково. Пока банку интересно, вы что-либо платите, поверьте, банк на баланс себе и заниматься реализацией автомобиля или квартиры, это не профильная его работа, ему это абсолютно не надо. Он это делает только в случае, когда идет явное понимание того, что сумма задолженности переваливает за оценочную сумму предмета залога. Простите, что так быстро. Ні, правильно. Это просто такая тема, которая может багатьом стосуватися. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, слушаем. Відійдіть від телевизора, будь ласка. Это вы у меня уже спрашиваете? Так, мы вас слушаем. У меня такое питание. Я хочу назбирати гроши на смерть, как то кажут. И я, у меня такое питание. Чи в ощад банку его тримати, цей, ну, счет? Или в коммерческом банке каком-нибудь? Спасибо. Дякую. Вы знаете, честный вопрос, хотя очень вопрос страшный, потому что собирать деньги на смерть, наверное... Это очень грустно, ну, на самом деле. Ну, все одно, вы давайте да, про загальне. Збираємо гроші, так. Я скажу вам следующее. На сегодня я был бы очень неправ и некорректен по отношению к коллегам, если бы я отвечу иначе, выбирал бы, в каком банке вам держать денежные средства. В коммерческом банке или... Они все коммерческие, просто есть государственные банки, все занимаются коммерческой деятельностью, и государственные в том числе. Другие гарантии просто. Вы знаете, я отвечу вам так. Где бы вы
Сколько бы вы ни насобирали денежных средств, и где бы вы их ни размещали, если вы хотите быть спокойны, если у вас есть кто-либо с родных, кто разбирается на финансовом рынке, я думаю, что вам стоит поручить данный вопрос человеку, который сможет мониторить это, то есть смотреть за вашими деньгами в любом учреждении банка, и как в государственном, так и в негосударственном секторе банка. Тогда он будет четко понимать и говорить вам, какая процентная составляющая, сколько вы можете. Там очень много вопросов, дорогая наша согражданка, которые, когда вы должны получать проценты, можете ли вы забрать часть вклада раньше, и не будет ли потеряна часть процентов. Поэтому, дорогая моя, вы собирайте и не на смерть, а на длительные путешествия. И желаю вам, чтобы у вас рядом был тот человек, который вам может посоветовать, где и как это лучше сделать. Ну а если вас на самом деле не будет у кого спросить, в рамках передачи вам ответить этого не могу. Когда-то напишите письмо, дадут номер телефона, мы с вами встретимся, я по-житейски постараюсь вам посоветовать. Так, тут треба по кожному, дивитися по кожному. Зависит от процентов, какая сума, на какой срок. Тут многие банки предлагают разные программы. Господи, я желаю всем нашим согражданам мудрости и сохранения ваших денег. Так, а у нас есть звонок, так? У нас є дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло, добрий день. Добрий день. Євгена, підкажіть, будь ласка, обратіть увагу на мій вопрос. От тут така ситуація. Приватбанк, извините, вот банк дает кредиты беззалогові. Вот, може ли банк этот кредит переключить на имущество? Хороший вопрос, понял. Можно, да, отвечать? Дякую. Так, ну, тільки без назви, так. Да, я достаточно коротко. Да, независимо, какой банк выдает, беззалоговый кредит, это абсолютно не означает, что взаимоотношения с финансовым учреждением не перейдут в сферу принудительного взыскания за счет имущества должника. Каким образом это будет сделано? При получении кредита, так называемого безипотечного, беззалогового, если клиент не возвращает сумму кредита в судебном порядке, данный кредит, будет получено судебное решение, оно однозначно будет получено, потому что беззаперечность доказов, что вы получили денежные средства. И, соответственно, при недобровольном исполнении обязательств перед банком будет открыто исполнительное производство. То есть в суде будет получено решение, на основании него будет выдан исполнительный лист, и на основании исполнительного листа будет открыто исполнительное производство. После чего государственный исполнитель пытается наложить арест на наличные счета, если у человека есть счета, зарплату, если он где-либо ее получает, и, соответственно, выполнять требования банка по стягиванию заборгованности. Но вот ключевой ответ на ваш вопрос. Если долговые отношения долга, ну, там, не закрываются, и в порядке исполнительного производства долг не погашен, банк обращается в суд в связи с неисполнением и с невозможностью, потому что исполнитель вынесет постанову в связи с неможливостью, відсутністю реальных наявных коштів для погашення боргу, да, закрите виконавче провадження. Таким образом, банк в связи с тем, что не может исполнительная служба исполнить за счет наличных денег, он обращается в суд про стягнення заборгованості за рахунок належного майна по зачальнику. И просит любой банк, незалежно від його форми, власності, вида, и просит наложить арест до, например, вирішення спору в данном випадку, как запобіжний захід, чтобы никто ничего не продал в момент судового розгляду, на належне майно позичальнику. Для этого делаются выписки с реестров, всех видов реестров, майна. Определяется, де земельная делянка, де квартира. Более того, очень ключевой еще момент, прошу всех запомнить. Кто-то считает, что у него, например, нет недвижимости. Но он забывает о том, что в свое время, когда мама приватизировала квартиру, одна треть в договоре, да, есть его. Так вот я прошу заметить всех сограждан Украины, что вот на эту четко одну треть и будет накладено арешт. Тобто не только там, где вы являетесь собственником. Поэтому беззалоговый кредит. Беззалоговый кредит – это на определенном этапе беззалоговый. Але насправді там может быть нюанс. А потом в результате юридических процессуальных действий он точно так же станет, только уже в принудительном порядке, арестовано имущество. И это имущество будет реализовано в данном случае державным виконавцем, согласно процедуре закону про державную виконавчу службу, и погашен долг. Более того, сейчас могут задать вопрос, а если имущество существенно больше, сумма, правильно, сумма будет погашена, остальная сумма будет возвращена по зачальнику. Поэтому самое важное,
В данном случае четко мониторить процесс без залогового кредита. Угу. Потому что часто получают по письмам, по почтам. Запомните еще одно. Вы когда указываете адрес в договоре без залогового кредита, вам туда приходят извещения о тех или других действиях банка. Прошу их четко мониторить. Угу. Да, я понимаю, что время забираю больше. Так, ну ничего страшного, це така важлива тема, тому дякую. Спасибо за консультацію. Дякуємо вам ще раз за розмову. Я нагадаю, що у цій частині нас консультував виконавчий директор комерційного банку Євген Лосовський. Ми ж йдемо далі, вже після короткої перерви. Я хочу поздравить с 8 марта наших дорогих женщин, мам, учителей, всех близких сестер наших. Спасибо вам. Я вам желаю, чтобы ваша жизнь как финансовая и лично была счастлива. С 8 марта вас, дорогие. Дякую. Дякую вам, пані Євгене. Ну що ж, а ми будемо далі говорити про отоларингологію, а саме про отити, симптоми та методи лікування. Ми повернемось дуже скоро, тому не перемикайтесь.